Привет, молодежь! Это передача «Рыбакин рулит». И сегодня в программе вы увидите, как я принимаю душ, Ростислав Гулбис у меня в гостях, моя срака! И тизер 4-го сезона «Ходячие мертвецы». Карамба ТВ представляет. Сегодня будет самый экологически чистый выпуск передачи «Рыбакин рулит», потому что весь ролик я буду ездить на велосипеде, и не будет никаких ревущих V8 и жженой резины. Будет только парочку автомобилей съемочной группы. Но они, в принципе, экологически чистые. Например, Mercedes Viana светоосветителей, мой УАЗик, BMW X5 режиссера и маленький Lexus операторов. Все можно снимать дальше. Поехали. Сегодня в гостях моей программы Ростислав Гулбис, продюсер и актер. Здорово, Рось. Здорово, Андрюш. Я тебя. Как ты все растешь-то, а? Я расту, да, не по дням, а по часам. О, поправь микрофон, ты же продюсер. Короче, Рось, последняя картина у тебя какая была? Которые вышли на экраны на Украине, «Солдаты 17». Да, я смотрел в интернете, очень крутая штука, ты там очень крутого парня играл. Ну, да. Как крутого парня. То, кто с солдатов приходит ко мне, попадают в какую-нибудь жопу. Вот, например, Волк в Тёму приходил, когда я снимал трактор. Он планировал на какой-нибудь там хорошей тачке кататься, ему раз облом. Этот Рома Богданов, который приходит. Богданыч. Да. Он нарвался на семерку, которую я там разбивал об деревья, там он был в шоке. А тебе вообще достался велосипед. Я не знаю, что мы с тобой будем делать на нем. Мне вообще лопа, да? Ну, ты меня покатаешься на велосипеде? Да. Ну, как бы такая тема, то, что здоровый образ жизни, все дела. Велосипед – это круто, его там не надо заправлять. Плюс он хорошо способствует на уменьшение живота. Что ты пристал к моему животу? Да нет, это я не про тебя на самом деле. У меня нет живота, вот смотрите. Вот, где живот? Нет никакого живота. Да нет, пошли, это я про Богданова сказал просто. А вот тебя. Хохолок у тебя вот этот и есть. Сколько ты его по времени делаешь утром? Слушай, ну, честно, вообще, я его просто сушу феном и все. И у тебя он так встает? Да. Автомобильная передача еще там, да. Все нормально, разговаривают, да. Два мужика стоят, разговаривают про прически. Ну что, давай прокатимся, что ли? Давай. Слайдер, краску мне содрало, это, между прочим, дорогущий пластидип. Погнали, Рось, ты меня везешь или я тебя везу? Так, ну, судя по размерам и габаритам, ты сюда даже не вылезешь, так что давай попробуем так. Ой. Мне болт придавил, дурак. Тут целая рама, тебе надо было сесть на болт. А еще у меня в передаче нельзя ругаться матом, вроде. Черт, красный свет! Стой! О, господи! Итак, значит, это марка твоя самая любимая. А что за марка велосипед? Да срать, я даже не знаю, что это за марка. Не, на самом деле, к велосипедистам вообще нет никакого уважения. На месте полицейский, я бы задумался над этим вообще. И вообще надо переходить на велосипеды. Беды! Все ли все на велосипеды? Вот остановись. Да! Расслабься. Ты вообще сидишь, нихера ничего не делаешь, только орешь. Я нихера не делаю, только ору. Между прочим, твоя нога счесывает мой бок нахрен вообще. Моя срака! Теперь рукой поболтал мне. Ну все, Рось, вон метро. Спасибо, что навестил мою передачу. Спасибо, Андрюх, тебе. Спасибо, что несколько раз трогал мой болт. Ну, ничего страшного, нормально все. Все, рад был тебя видеть. Звони, пиши. Всем нашим привет. Увидимся в Сухо, нажрёмся. Дай пять. В Москве, которая постоянно стоит в пробках, передвигаться на велосипеде – одно удовольствие. А еще его не нужно заправлять дорогущим топливом. Да и стоит велосипед копейки. Хороший велосипед, ну вот примерно такой, можно купить за 10-15 тысяч рублей. Я считаю, то, что это очень дешево. Thank you.
Че ты вылупился? Можно ехать дальше. Плюс ко всему, перебирая ластами, ты заполняешь свой организм здоровьем. И передвигаться на велосипеде не стыдно. К примеру, депутат какой-нибудь Государственной Думы ездит на работу с мигалками на Мерседесе В12. И плюс у него еще есть сопровождение из машин охраны. И это явно не Деонексия, а какие-нибудь крузаки с В8. А мэр Лондона, например, Борис Джонсон, ездит на работу на велосипеде или на общественном транспорте. Он очень умный человек. А еще один из плюсов передвигаться не на машине, а на велосипеде, то, что у инспекторов ДПС нет никаких претензий к нам. У вас есть какие-нибудь претензии, товарищ инспектор? Нет. Спасибо. И на этом плюсы не заканчиваются, ведь на велосипеде можно ездить где угодно. По трамвайным путям, по Красной площади, по супермаркету, на красный свет, по встречке и даже бухим в говно. А еще, пожалуй, один из самых главных аспектов – это то, что девчонки любят спортсменов, которые передвигаются на велосипедах. Конечно. Девчонки, нравятся спортсмены? Да, я спортсмен, разве по мне не видно? Вижу, конечно. То есть как бы живот уберется, если я еще пару часиков поезжу. Зато смотрите, какие у меня эти... Смотрите, какие накачанные ноги. Видите? Не хочу видеть. Что? У вас есть парни? Есть. Есть парни? Жених даже? А как его зовут? Михаил. Вот передайте Михаилу на камеру привет. Михаил, тебя любят и ценят, и помнят даже, когда рядом такие... сексуальные мужчины. Пожалуй, с плюсами все. Я проехал примерно 15 километров и уже весь устал, сырой и хочу пить. И если вы на своей работе не начальник, и у вас там нет душа, то, скорее всего, вас уволят, потому что от вас будет жутко вонять потом. Безопасность, кстати, тоже хреновая. Если на полном ходу врезаться в стену, то расшибешься не сильно. И в интернете появится видео. Дебил врезается на велосипеде в стену. А если тебя не заметит какой-нибудь засаленный газелист, то это верная смерть. И выходы тоже есть. Например, приехав на какую-нибудь важную встречу или на концерт в Большой театр, можно принять по-быстрому душ, чтобы освежиться. Сейчас вы увидите, как все это просто делается. И без палева. Вот, выбрали два хороших таких дерева. Теперь надо повесить шторку. Мы все-таки люди культурные. Ой, спасибо, девочки. А я весь чистенький, может быть, кто-нибудь секса хочет? Хуйня! Монтарез! Давай в погоне! Погоня! Погоня, в общем, велосипед – нормальное средство передвижения. Берегите свое здоровье и окружающую среду,
Ладно, все. Вась, помоги поднять его. Не снимай только эту херню. Подожди, не надо, не надо. Не надо ничего. Андрюк, да дурак, подними. Не трогай. Не трогай. Можете позвонить 03, пожалуйста? Сними номер этого придурка. Номер сними обязательно. Сними номер. Я тебе предлагаю, в больницу. Всю жопу свою отвези в больницу, придурок. Алло, девушка, это ДТП с пострадавшими. Адрес, где мы находимся, адрес? А? Лубянская площадь, адрес. Вася, я тебе сказал, положи камеру. Такой ты дурак, так ты попал. Андрей. Андрей, в милиции, кажется, приехала. Скорую вызвали? Да все живы, все живы. Все надо. Голова разбита. Да шо вы трезвы? Жень, да какой прощелка? Че несешь-то? Ты знал, на что шел. У нас такая рискованная передача. Все, 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 все. Велосипед – говно. Не изменяйте автомобилем. Ладно, всем пока. С вами был Андрей Рыбакин. Еще увидимся. В аду. Ничего страшного, если я за вас зацеплюсь. Педальки крутим, крутим, крутим. И всех ебут. Вот это два говядина, один полис на собой, и два керамика. Алло. Два говядина, один полис на собой, и керамика. О, толстая парочка. Палочки всегда пригодятся. Ради бога, извините. Да себе подуди. Долго мне надо ездить, чтобы у меня... Такие же ноги были, как у тебя? Нет. А живот уберется? Уберется. Уберется? Крылатская. Че Крылатская? Метро Крылатская, там велотрасса есть. Велотрасса? Погоняй. Все, я туда. Спасибо.